Попробуй. Привет всем. Йоу. Здорово. Вы на канале, не забывай бухать и играть. Ну-ка дай-ка я настраиваю. Короче, хоти. Першин. Хоти, пати, алкашин. 1-0. Играем случайную карту на чё, на двоих? Пайсет. Пиры. Нет, это же игроки и сколько. А, это только и все. Форма. Дурная. То есть мы просто норму тоже. Так сказать. Выбираем пофиг замки. Выбираем все-таки, да? Но не героев. Мы на канале играем, бухаем, и играем, и бухаем, не забывайте. Просто так, и лайки, подписывайтесь, пока мы без доната все бесплатно, но... Плохо вести, пусть все платно, и... Такое удовольствие. Давай я некрополис. Нифига себе, так можно было? Я, короче, тоже говорю, необычный замок. Интересный. Про крепость. Кажется, это да. Что вот этим замок? Ну, вначале 0 денег. А, 200. Да. Ну что, может, давай их поставим. Разными, да, чтобы не... Пример, инферно. Давай, не, давай как-то этот, может, добро зло там. Слышай, как? Я уж в нишке прям были, там и... Ну давай тогда... По нейтральных вывез, правильно. Выбрать может. А? Поехали. Если карта совсем жесткая, можно, ну блин, один раз каждому переиграть. Ну или нафиг. Да нет, мы так не играем, мы же. О, ну меня все. Понятно. Мой джук. Поэтому он всегда как бы всегда самое лучшее появляется. Правильно. Бабок. Что ли? Уже неплохо. Спик. Помехи, ну. А че помехи? Какая такая? А, денег нет. Ну. Что было больше? Там рандомно 5000. Ну, у тебя было две штуки, 200. Дорожки. Шатаешь? Чтобы что-то строить, надо обход. Тебе дерево надо? Да нет, да тебе. Ну, поди ты уже. Дороги лучше ходят сразу. Лучше ходят. Знаешь, что мне еще повезло, вот этот чувачок плюс 350 и Джо. Брэдва сам. Роман саму так все от типа. Там на раз сам тоже на. Хотя из скрета соберешь до хера. С такой бандой уже хотя можно... Хотя ты, наверное, куда тачку... Кофе, всех друзей скелетов и... Да, сразу. У меня была тактика. Ты её прийти. Сразу всё про... А я вот... Не могу себе позволить купить такую росы шайкой. Зато я
Есть смысл. Пальцы. Да меня не бери, у тебя один герой, ищи бабки. Не вырез. Вон деньги. Ж дерево надо тебе жить. Это лучше не тратиться, тебе героя надо купить, и чё? Героя я потом. Да. Я рынок слева купил. Ого, хлёвную халяву. Как же все? Сразу нас. Счастье. О. На смерти, это же как раз что мне надо, просто тебя волна. Как это? Да надо его там, туда принести. Какую лодку? За дерево. Вот ты надо за дерево, да. Дропник, победи. А там кто? Второй герой, второго нанять можно. Опа, на ребята, смотри. Вторая это на чалку. Что за два армия? Не, да не пираты, честно. Они тоже ходят по болоту. Так. Цель. Вот сейчас вот этого, ну, сразу ломись. На море, на море, да. Да. Оба. Да, друга. Это два супер. Как речки. Это годная, точно. Да, заметь. Кайп, все. Ясно. Следующая игра у нас будет. Это мы. Наливать маст. Ну тут начать сразу получать. Их не убью, никогда без. Почему убьешь, так ты собери всю армию эту вот. Вот сейчас вот этим. Да купил усенька. Сейчас третий. Белочки. Блин, не перфектуры ни хера нет.
Я буду просто насмерть! Ладно, да фант. Фант, вот, вот ништяк сразу, да? Он у тебя самый сильный, да. Пять. Фант сидит. Пять как контрол, да? Нет, вы. Второй клуб. Шикарно сыграл. Шикарно, ну. Герой выхапнул себе. О. Ну блин, пятого уровня. Здесь. Ее опять навигация. Качай. Я их пущу. Ребята, вот тут трудно. И деньги надо, все, иди валить тогда вон тех. Может, смотри. Чем лучника хотя бы разик. Ты надо было не тратить. Как не тратить? У меня больше да золотишко. Поехали. Спасибо. Понял. 30, а это... Один раз по 30, ну лучше. Ползай. Как узак? Куда? Да нет, тут короче, тут ты, ну, я так. Может, прям легко так возьму? Вот, не, а, вообще, минимально, тысяч. Ну да, да, чё ты, блядь. Оп, блядь. Нормально чё. Это видео. Так... А этот пусть тут пока трется. Выйти. Охрана зам. Рынок, 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 то есть. Здесь вот дракона можно убить. Зеленый там. Вон матросиков. Даже есть. Кто ждет? А, тысячу. Первая. О. Трой. И у тебя тоже муниципалитет есть? У меня есть. Я взял базовый доспи. По приколу сейчас. Да ладно, смотри. Как же? Сейчас магия где?
Герой. Ты раньше играли, всегда решала магия. Герой не решал. Ну, типа не. Показать. Них, как бы вот так. По уровню. Ну, а ну да, ради. А ну-ка, пацаны, смотри, па, 5 дерева поднял. Что там в бочке? Что в бочке? Морской воды. Один, два. А, по пяти хатки. Блять, не успеваю, жесть. Да и нихер тебе тут плыть никуда. Еще и было пойдем. У этих же свое оружие. У пиратов пушка. Вообще охуенно шмаляет. И можешь стрелять по стенам из. Пойдем, мужик. Понял. Почему? А, седьмой день. О. Нет, я цитадель. Он впереди. Нахер. Нахер. Извините, ну ты выиграешь у меня, я должен как-то это... Сразу полтора лик. Вот это тебе и помогло. Давай, Вася. Саживайся, чё. Там не тронил. Тогда делай префектуру. Да в рот ком. Вот ты отплавался, я тоже думал, хватит кого-нибудь туда. Брал он как бы, по земле. Ты сука на стол. Кого? Будешь уже на стол. Я потом... Понесу. Больше можно. Вчера ты что сделал уже? Да? Блядь, иди. Вот так тут. Подержим. Асид. Ну-ка.
Вот про что. Посмотри, герой может какой-нибудь годный появился. Это все история будет. Неплохой. Армия просто. Ривернами. Подожди, у меня голова. Вампир прикольный, город защищать, он с катапультой идет. Да у него так опасный герой смерть. Я с ним буду играть, я же не. Ну просто пир там у тебя герой, это он катапульту может принести. Катапульта. И на защиту замка идеально. Ну вот этот? Да. Защиту замка идеально, что. Еще. Кто без армии, это с армией. Это... Ну да. Может этого купить? Армии. Ну ты же уже Василиском играешь или что? Да-да-да. Ты же играй герой, то типа, говорят, нужно много героев имеешь. Опять сидит, вот эти. Чем больше игрок, тем типа. Классен. Ты же мне три героя, у меня же один собрал мне группу. А за подожди. Опа, вампиры даже. Нифига, там был явно интересный занес. Явно. Опа. Как еще аха не мрази? Нет, им никто и не отвечает. Ну вы чё, ах? Ищитесь там на свою. Он там кто. Лечился, да? Как не мой. Даже пункт 4, как пятый герой. Короче, ты лично. Как 4? Ну, у меня там ресурса больше, как по сразу там. Верно. Пятый я пункт. Здорово, чё? Это что? Эти чё? Смотри. Ты вообще в целом... Так, чё делать? Ты чё делать? Всё, идти уже надо было. Давай вот бесы. Пол беса. Боги. Белки. Это. Бля, так. Так вот дошли. Раз, два, два, три. Блядь, блядь, вот именно на... что. Так вот почему. Здорово. И все. Узнанные карты мне вот нравится, что это ресурс.
эти винить идут близко, блядь, и уже дойдут до других, если. Ищи. Так. Драться с тиханами. Второй крутить. Первый идет. Да, типа, да, и запинать. Город убираешь, нет. А, ты дерзкий. Знаешь и тактику, и умение. Как с тобой все такое? Героев. От списания еще душ. Писание еще-то оно. Ради. Дропи. Шар. Я понял. Этим как вот сейчас должно дышаться полегче. Давай-ка. Так, ну оно где-то там лежит.
Чуть-чуть не стало. Как даже можно карту тачку перестроить? Я пробовал. Мразь! Нет, ну ты зайди, я вот так и не знаю. Может, оно типа, потом появится новое, или не появится. Скорость играем, да, там. Это четвертый день еще. Там, так вот, сюда же есть. Я посижу на своё уже отец. Да это похер. Как я вот задумайся, короче, о этих драконьих утопиях. Что тебе для этого? Просто же рабасом туда пойти. Спасибо. Ты видели одну мысль? Эти не поломаются. Здесь нас очень хорошо слышно, потому что мы во весь рот орём и... Да, и да. Ты изучил, прикинь. Да пусть сюда бежит. А, вот же у тебя деньги тут. Понял, только. Ты там зеленого дракона ободать вообще нехер. Там не погоди. Какие-то петушары ходят. Сверху, ага. Так, ну чё, нам... Вот на доле пива, а что убьёт? Буду вот пять любить. Сразу на них нет. Пули ты не купишь. Ну, сейчас посмотрим. Три личи всего у тебя, три личи. Да. Же личи. Секундочку. Ну, пожалуй, минус два личи. Так, вы че такие шустрые, ёбай, ребята? Нихуя шустренькие, блядь. Я понимаю, тут вам бы самый решающий. Да, про магию-то не сходят скоро. Магию сделай, по-любому они сходят через ход. Что надо? Дерьмо, а не... Опа, огненный щит нам. Оу, щит. Огненный. Все, есть куда пройти.
Подожди. Делала, допустим. Какой Варик везде. Ну кому как еще будет? Пать или. Это или. Она бесплатная, спит. Назвалась. Бесплатная. Книжка бесплатная. Пять, два, один, это вообще, да? Ну давай, у меня защита сдох. Убиваемый. Нет, нет. Я же прям... не доскуплюсь нахуй. Я как бы постоянно улучшил это, а чтобы. Короче, ты реально играешь в дом. Что я специально ну, сделал? Ты играешь, говорю, ходи в дом, ты видишь, тазика придумала, да? Будет тазик. Ты некромант, правда, ты играй, я ничего не знаю. Играю потом. Ты имеешь в виду, что я задрот? Да! Да, вот смотри, я даже этим не буду брать, я его ножком подберу, понял? Какой хитрый, да, Дмитрий? Я говорю, даже тактика боя, смотрю, ставана как. Знаешь ли? Блядь, ну нет, конечно. Это классно. Анна, типа. Какой это рюкзак открыл. Это донов залетать, ман, сука. Зато это прикинь, сатаны. Измунд. А, блядь, я что-то забыл уже на. Молчи что. Ты где срёшь что? Ты дерьмо демон. Так и где ты? Где ты? Чё ты? Что ты, где ты? Что делаешь-то? Давай. Позже так. Через часик. Давай, все. Давай. Пиздец, я напал на дьяволов. Ай, вообще безманный.
Смотри, ретивый, какой замес. Ура. Вот так, ребята, бывает, ё. Танковый режим. Так с собой давай в другую игру. Да нет, какой-то сейф, погоди, мы так не играем. Нет, подожди, это все, ребят, это, короче, ну, вы понимаете, что Антоха проиграл эту игру. Поздравления, поздравления Шуре, да, такая Шура. Хотя я не видел кабов, но я выиграл. Ну, не рискуйте тогда, вот.